любопытная Ева. Любопытная Ева. Всем привет! С вами Любопытная Ева и Казахстанская медиа-академия. Мы сегодня находимся в горах, дышим свежим, чистым, прекрасным воздухом. Ну а сегодня у наших гостей я хочу узнать, они считают стакан наполовину пустым или наполовину полным? Интересно? Поехали! Стакан наполовину полон или пуст? Наполовину полон. Хотели бы попробовать мясо оленя? Да. Часто погружаетесь в свои мысли? Очень часто. Верите в паранормальные явления? Не верю. А встречались хоть раз с ними? Нет. Сколько в день проходите шагов? Не знаю, 2000. Чем себя развлекаете, когда вам грустно? Музыкой. Ваше тотемное животное? Волк, наверное. Безумно можно быть первым. Как сбрасывать с себя негатив? Заняться чем-нибудь. Дело. Вы метеозависимый человек? Нет. Любовь или деньги? Любовь. В честь кого названа Америка? В честь Америку Веспуччи. Стакан наполовину полон или пуст? Полон. Полон. Хотели бы попробовать мясо оленя? Нет. Нет. Часто погружаетесь в свои мысли? Не часто, да. Верите в паранормальные явления? Да. Да. А встречались хоть раз с ними? Не особо. Сколько в день проходите шагов? Как минимум 5000, 8000. Супер. Как сбрасывать с себя негатив? Думать о позитивном. Не знаю даже. Наверное, думать о позитивном тоже. Чем себя развлекаете, когда вам грустно? Я играю на домбре. Я просто отдыхаю и делаю медитацию. На чиле? Любовь или деньги? Любовь. Любовь. А что не деньги? В честь кого названа Америка? Америка? Да. Не знаю. Я знаю только Вашингтон. Стакан наполовину полон или пуст? Еще раз. Стакан наполовину полон или пуст? Пуст. Хотели бы попробовать мясо оленя? Да. Часто погружаетесь в свои мысли? Нет. Верите в паранормальное? Нет. Встречались хоть раз? Да. Чем себя развлекаете, когда вам грустно? Отдыхаю с друзьями. Сколько в день проходите шагов? 25 тысяч примерно. Ого! Как сбрасывать с себя негатив? Ничего плохого не думать, просто гулять, тусить с друзьями. Вы метеозависимый человек? Да. Любовь или деньги? Любовь. В честь кого названа Америка? Даже не знаю. У большей части наших гостей стакан наполовину полон, а это значит то, что они оптимисты. Ну а с вами была Любопытная Ева и Казахстанская медиа-академия. Всем пока, всем удачи! Любопытная Ева. Любопытная Ева.